Уже на этой неделе в ДК «Прикамья» стартует уникальный творческий конкурс «Сцена». В субботу группа экспертов приступит к отбору участников первого этапа. 15 приглашенных членов жюри, экспертов из разных областей культуры и искусства, выслушают участников, подавших заявки на конкурс. 44 исполнителя покажут, на что они способны. Каждому конкурсанту предстоит исполнить заранее выбранную песню. И жанр, и фонограмму, и образ – все на собственное усмотрение. Заявки поданы, эксперты готовы, техника настраивается. Дворец культуры Прикамья ждет тех, кто готов показать свой талант и стать одним из претендентов на звание победителя большого соликамского вокального проекта конкурса «Сцена-2024». Сколько участников пройдут следующий этап? Об этом подробно будет рассказывать информационный спонсор проекта газета «Наш Соликамск». Читайте газету «Наш Соликамск», смотрите «Соль ТВ» и не скрывайте свои таланты.